Приветствую, друзья! Сегодня уже 31 октября, а на улице все еще весна. Погода шикарная. И сегодня мы с вами заглянем в городской сад. Я был здесь в предыдущий раз несколько месяцев назад. Посмотрим, что за это время изменилось. Санкт-Петербург и Мариуполь. Города-побратимы. Городской сад. Кстати, да, в городе появились вот такие вот стенды. Они, по идее, должны, наверное, вращаться. Может, я ошибаюсь. Но выглядят круто. С афишами. Это главный вход в городской сад. Основан в 1863 году. Здесь вмонтированы подсветка ночная с обеих сторон. Переложена плитка. С левой стороны были аттракционы. Еще с 90-х годов. Они никак не реставрировались. По-моему, даже не подкрашивались. Были ржавые. И все еще функционировали как-то. А также на этом месте, где сейчас новое здание, был кинотеатр. Он тоже был закрыт уже давно. В общем, местный ландшафт с этой стороны изменился. На территории парка все еще ведутся восстановительные работы. Именно на этой территории были аттракционы. Сейчас этих монстров убрали и сделали прогулочные аллеи с лавочками. Возможно, чуть позже что-то здесь еще появится. А здесь, скорее всего, будет какое-то кафе. Герой Советского Союза Семенишин Владимир Григорьевич и герой Советского Союза Лавицкий Николай Ефимович. Здесь похоронены летчики 9-й гвардейской Мариупольской истребительной авиадивизии, погибшие при выполнении боевых заданий. Интересно, они прямо под этим памятником
похоронены. Именно на этом месте. Вау, вы посмотрите на этот вид. Обалдеть. Над водой стелется такой туман. Я надеюсь, вам видно. И над портом. Обалденный вид. Очень красиво. И почти нет ветра. Какая красота. Ух ты, здесь переделали смотровую площадку. Очень круто сделали. Но работы еще не закончены. Отсюда видно ЖД вокзал. Вон там. Его сейчас по новой собирают. Это Слободка. Частные сектора. Обалденная погода сегодня. Класс. Здесь раньше и была сцена, но сейчас ее собирают заново. Красивый парк. И наконец-то он возродится. Здесь также был фонтан, но его восстановили. Вижу, заново выложили мозаику. Потому что этот фонтан рассыпался уже раньше. Установили подсветку. Еще одна смотровая площадка. Все еще в процессе восстановления. Здесь установлен еще один памятник. Павшим в борьбе за власть Советов 1920 и 21 года.
Какой же все-таки красивый вид у нас на море Азовское. Обалденно. Сейчас мы с вами посмотрим, как восстановили лестницу, спуск к городскому пляжу. Да, в парке еще восстановительные работы не завершены. Появится еще много нового. А вот и сам спуск к морю. Точнее, на проспект Металлургов. И до моря здесь 200, может быть, 300 метров. Думаю, 300. До самого пляжа. Отсюда хорошо видно профилакторий здоровья. Его пока не восстанавливают, все еще впереди. Здесь сделали хорошую дорожку прогулочную. Установили лавочки, урны. Лампы ночного освещения. Выглядит очень красиво. Итак, друзья, сегодня мы с вами прогулялись от подземного перехода от центра города по проспекту Металлургов. Заглянули с вами в городской сад. Ландшафт здесь очень изменился. Мы зарядились хорошим весенним настроением. Золотой осени звучит неоднозначно. Да, осень, а погода как весной. Шикарная погода. В общем, друзья, Мариуполь возрождается. Всем мира и добра. Пока.